Вкуснофесту в Сарове быть. Пандемия поставила мероприятие под угрозу срыва, но организаторам удалось подстроиться под новые реалии. Татьяне Белиной и Евгении Калачевой пришлось провести немало переговоров, чтобы согласовать формат Вкуснофеста. К сожалению, он будет с большими ограничениями, без развлекательной программы и громкой музыки. Но все же это будет праздник, долгожданная встреча производителей и потребителей. Это будет формат ярмарки, где могут предприниматели продемонстрировать то, что они производят. В основном это будет пищевая промышленность, продукция, да, произведенная собственными руками, и то, что предприниматели изготавливают собственными руками. Изделия домашней утвари, изделия домашнего быта, украшения. Первый фестиваль прошел в 2019 году. Тогда на Вкуснофест могли приехать предприниматели из других городов. Но в этом году будут участвовать только саровские бизнесмены и самозанятые. Идея, концепция – это посыл. Вот мы от предпринимателей, посыл для жителей. Мы открыты. Пожалуйста, приходите, попробуйте. Да, да, нас много в городе. Да, мы в какой-то степени конкуренты. Но мы, тем не менее, вместе. И вместе вам готовы подарить праздник в условиях ковид. Вкуснофест 2020, как и в прошлом году, пройдет при поддержке Ассоциации промышленников и предпринимателей Сарова, которая берет на себя часть расходов для того, чтобы издержки предпринимателей были минимальными. Ассоциация промышленников и предпринимателей, естественно, поддерживает желание предпринимателей говорить о себе, желание предпринимателей участвовать в таких мероприятиях, развиваться, не стоять на месте. Ну, потому что ограничения дали о себе знать все-таки с марта месяца. Пандемия диктует свои условия. Горожан просят прийти на Вкуснофест в масках, обрабатывать дезинфекторами руки, соблюдать дистанцию. Готовить на фестивале не будут. Вся пищевая продукция будет в индивидуальных упаковках. Мы приглашаем всех жителей города посетить это мероприятие, прогуляться в такие последние прекрасные хорошие денечки осенние, вот, порадовать предпринимателей, порадовать себя, погулять по набережной. Синоптики на выходные обещают теплую и малооблачную погоду. Начнется Вкуснофест ровно в полдень 4 октября. Елена Грицкова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров 24.